Зеро? Медуза подлая. Ты шпионила за нами все это время. Ты же видел, она убила наместника. Я должна сообщить небесным стражам. Я уже чуть не погиб из-за тебя. И я не позволю тебе мешать ей. Идиот! Ты что, не понимаешь? Стражи давно планируют отбить у Хаоса храм драконов. Но если твоя неугомонная подруга доберется туда первой, она пробудит хранителя. Да плевать на них всех. Это наш шанс смыться отсюда. Я не собираюсь его упускать. Как можно быть таким тупицей? Никуда мы не смоемся. Что я пытаюсь тебе втолковать? Хранитель контролирует сферу. Или ты надеешься, что она хранителя тоже прикончит? Да, по-моему, отличный план. Ах, да нет же, хранитель бессмертен в этом мире. Аюми нас всех погубит. Небесные стражи всегда были нашим единственным шансом. Они еще могут вытащить нас отсюда. Зеро, у меня нет причин тебе врать. Решай, ты со мной или нет. Времени уже не осталось. Они здесь. Будь повежливей с ними. Ты хочешь сказать, я злопамятный сукин сын? Я всегда вежлив. Я сама доброта. Да, да. Что? Я ничего не сказала. Ты сказала да-да. Что это значит? Ничего. Закрыть люки. Мы отправляемся. Привет, жестянки. Полетаем? Метафора твоя мне непонятна, смертный. Но чую я, насмешлива она. Итак, наш уговор повторим, дабы разумею сполна. Небесные стражи помогут людям вернуться домой. Для этого им надо захватить храм дракона и сферу телепортации. Но для этого хранитель не должен проснуться. А чтобы он не проснулся, нам нужно убедить Аюми не будить его. Иначе все пропало. Да! И как же мы это сделаем? Придется что-то придумать. И что же, приоденемся клоунами и... Если ты не знал, люди иногда могут разговаривать. В последнее время Аюми трудно пришлось. Все были против нее. О да, ты-то лучше всех об этом знаешь. Мы атакованы! Мы ждем центральный энергоблок. Что? Как просто? Мы падаем! Держитесь! Сэра! Его отыщем мы! Мы над водою! Он уцелеет! А мы сами уцелеем? Я вот плавать не умею. Заходим на посадку! Приготовиться к круговой обороне! Ну почему это происходит? Ногу нужно перевязать, иначе я не смогу идти. Так уже лучше. Попробую добраться до места падения. Здесь, наверное, полно змей и всяких других гадов. Хуже не придумаешь. Ох, надеюсь, это просто кошмарный сон. Наверное, видели, что шаттл упал. Главное не заходить глубоко. Это всего лишь вода. Это совсем не страшно. Ага.
Кто-то стреляет. Наверное, это небесные стражи или Зеро. Место падения совсем рядом. А где командир? Их положение неизвестно. Нас при падении разбросало, мы потеряли остальных. Мы также маяка лишились, и посему к нам помощь не придет. Мы здесь должны остаться в ожидании. Кто выжил, тот сюда придет. Они возвращаются к оружию. Ну вот, начинается. И долго ли мы так продержимся? Следующий напасть. Уйти без промедления мы должны. А как же Зеро? Надо найти его. Тогда энергия моя иссякнет вскоре. Не выдержим мы натиска врага. Но есть небесный страж, старый форт. Стоит в сердце болота.
Там, на далеком рубеже, найдем укрытие. И потом уже отыщем смертного. Конечно, покуда будет он еще дышать. Прекрасно. Все следуйте сейчас за мной. Пути не ведаю я точно, но направление порядок кажет мне. Форт наш в чащобе этой мрака, оплот порядка на века. Там воины лучшие стоят, он держит землю от распада. Оттуда с подкреплением мощным мы к нам быть продолжим. Всем тише. Это опасная тропа, но нет обхода поверху для нас. Внимательнее будьте. Из зарослей атаки... Они сверху. Удерживать позиции. Не вижу цели. Держитесь укрытий. Мы должны отбиться. Стреляют сверху. Нас атакуют со всех сторон. К обороне. Мы окружены. Стрелки не дают нам двигаться дальше. Дальше. Не расходиться далеко. Держимся рядом. Нас зажали. Они со всех сторон. Держать позиции! Рассредоточиться! Стреляют со всех сторон! Проход очищу я. Командиру нужна помощь. На помощь командиру. Марионеткам хаоса победы не видать. Небесный проход наш впереди. Цель близко, форт за этим лесом. Но расслабляться рано, погибели равна такая слабость будет. Бдите. Осторожно, мины на пути, былой войны на свете. Держись сзади, смертный, проход очищу я. Пройти должны мы здесь и путь зачистить. Мы потеряли одного из нас. Небесный страж бессмертный, павший здесь, бессмертия решен.
Порядка древа нет в этом краю, а посему сила его в небытие уйдет. Навеки пал он, но и хаосу он не остался. Покойся с миром, павшие забыты не бывают. Почти дошли, за этим перевалом форт. Наконец-то. Разведать обстановку. Здесь никого. Странное предчувствие. Кажется, все тихо. Ворота открыты. Но не сломлены. Где же все? Это плохой знак, верно? Все осмотреть. И стены целы, и цитадель стоит. Не мог же гарнизон покинуть крепость просто так? Вопросом тем же задаюсь. Не нахожу ответа. Энергии нет, командир. Это печально. Без энергии нам не закрыть ворота. И не включить орудие или маяк, чтобы помощь вызвать. Да, но ты помочь сумеешь, смертный. Я готова. За тем холмом есть бункер старый. Источник для резерва в нем. Мы не пройдем там, но ты сумеешь. Остатка силы хватит мне, чтобы твою рану исцелить. Включи источник и возвращайся вскоре. Координаты в компас твой я поместил. Ступай! Хорошо. Тем временем детально осмотреть мы все должны. Опять в воду лезть! Ненавижу! Надо спешить. Враги могут набежать в любой момент. Вроде все тихо. Слишком тихо. И правда, бункер. Надо побыстрее включить источник и сматываться. Наверное, это и есть источник. Готово!
у маяка и опознан. Что это? Командир пропавшего группа. Истина. Но сигнал неустойчив и неточно положение. Их уточни по мере приближения. Мы сроку предсказан мое время прибытия. 1 час. Надеюсь, сумеют они продержаться. Их миссия важности крайней. Уносим ноги! Надеюсь, я не опоздала. У форта явно идет бой. Если Зеро еще жив, он обязательно услышит шум и придет сюда. О боже! На севере там... Хотят нас истребить. На стены! Главная задача у нас — не потерять орудия. Защита форта без турели ослабнет. Отбить атаку! Ступай, мы вас прикроем. Огнем прикрой. Держись, я уже иду. Скорее. Скорее внутрь! Закрывайте ворота! Как ты нашел нас? Я думал, мне крышка, и тут услышал стрельбу. А где стрельба, там и ты. Мило. Опять издеваешься, да? Ни в коем случае. Не будем ссориться опять, ладно? Я и не ссорюсь. Так будем выбираться? Или пора привыкать питаться улитками и червяками? Корабль уже летит. Нужно только дождаться. Что за черт? Нас обстреливают! У них есть артиллерия! Это невозможно! Они внутри. Как внутри крепости? Бою! Прорыв обороны! Они пошли. Придется сделать вылазку. Иначе нас в щепки разнесут. За мной! Воспользуемся им же проходом! Вот откуда тараканы лезут! Откуда нас стреляют, отыщите! И возвращайтесь поскорее, покуда мы врага придержим.
потопа на болоте никто не ожидал. Шестерика! Не понять, откуда ведется обстрел. Скорее! Нашим наверху не сладко приходится. Не хотел бы я оказаться погребенным тут заживо. Не волнуйся, нас прикончат раньше. Но теперь я спокоен. Я уже видела такую штуку. Это что? Она бронированная. Почему это тебя удивляет? Не знаю. Что с ней делать-то? Попробуй подстрелить снаряд, пока он не вылетел. Завидуешь? Ну вот еще. Боже мой, они сломали ворота. Могло бы быть и хуже. И как же, например, ты, умник? Не знаю. Но мы же пока целы. Велика радость, и мы сейчас убьем. Нет. Не хочу убегать. Нас отсюда убьют. Я убил последнего. Для меня есть разница. И как последнего. Они нас вплоть разорвут. Где помощь? И странные вы не существа. Амуляция я не прекращаю. Определить детали местности возможно? Пытаемся. Сигнал далек еще. Время прилета уточните. В районе 10 минут. Курс держим. Снижение продолжаем. Не дайте добраться до орудия!
Корабль здесь! Часть договора, как обещали вы! Он мёртв! Так что мы будем без него теперь? Скорее! Быстро! Скорее вылезай оттуда! Сюда! Быстрей на крышу! Корабль подлетает! Вижу корабль! Они видят нас! Мы здесь! Сюда! Что, если они не заберут нас без командира? Заберут! Мы нужны! Ну, скорее же! Хуже некуда, говоришь? А это тогда что? Да, просто жесть! Но разве ты не чувствуешь истинный вкус жизни? Нет, я чувствую, что мне нужен маникюр. Почему это? Вдруг нас опять собьют. Что за бред? А ты забыл, куда мы летим? Да почему ты такая пессимистка? Я реалистка. Вообще-то, не я строил корабль на грибах. Мы сейчас опять поссоримся. Да нет, что ты? Не нет, а поссоримся. Я уже жалею, что оказался с тобой в одном корабле. Можешь выйти, когда пожелаешь. А мы вперед. Ты невыносим, ты это знаешь? Ну да. Эй, давай без рукоприкладства.